Луна сегодня такая красивая, не так ли? О, ты тоже любишь аниме? Мое сердце уже давно такое холодное. Может быть, разожжем его в горячем танце? Детка, я больше не могу. Ты такая горячая. Может, продолжим? Саша, ты тоже такой горячий. Но, может быть, сменим локацию? А то в этой разбитой квартире так неуютно. Давай я сниму люкс. Я все оплачу. А потом и в твоей квартире ремонт сделаем. Папа! Мне не нужны твои деньги! Ну, Саша! Папа, да у меня у самого эти бумажки есть! Да еще и по 100% бонусу к первому депозиту, вот еще! Я в доте, папа, разбираюсь, и деньги эти поднял на бэтбуме, там лучшие коэффициенты на киберспортивные события! Блин, такую думал, девочку нашел, а оказался деп! Продолжи фразу. На инте главное... Не обосраться. Не обосраться. Let's go! Я бы хотел, чтобы меня надували все талант. Но уже есть один талант под псевдонимом. Снайпер! Я за месяц жму скиллы, как пулемет. Игры, где нужно думать, я просто не могу в них играть. Как ты, дружок, прогулялся под койлами? Нормально сегодня? Да, это было угарно. Так, это смерть сразу, это критическое. Ему похуй на игру. Ему похуй на игру. Ему похуй. Ему похуй на игру. Как же ему похуй. Художественный фильм спиздили. Прикольно, мы недавно выбрались в место, где можно пожарить. Night Hunter. Это первый опыт для меня и большинство членов команды. Офигенный такой опыт. В плане того, что ну, каждый шарил Tidehunter. И узнавал для себя новое. То есть и то, как их прожаривать, и сколько времени на это тратить. Фурион по фарму чемпион, все дела. Предлагаю начать угадывать героев. Это логично. Я просто хочу это показать, потому что так собирались профессионалы. И это не я придумал, это я украл. Вот эту херню я просто хочу показать. Это делали профессионалы. Я увидел это, и я с этого обосрался. Это такая санина, а не шмотка. Это просто, блядь, сложно представить. Там тебе не дают ничего.
Как часто вы натыкались на такие видео, где человек показывает, как дает большой дамаг? И урон в большинстве случаев бывает внушительным. Че это за хуйня имбалансная? Помурчишь со мной в Дискорде? Если я суету навожу, пожалуйста, не мешай. То есть у вас четверо, вот у вас четверо. Когда вас четверо, ваша задача встать там, где будет безопасно. Морально даем, долбоебу. Это ненормально. Ты не первый раз в игре играешь не с командой. Лука, а где провод от мышки? А, нашел. Первый день на расслабоне, второй на чили, третий, блядь. Собираем вещи. Собираем вещи. Спасибо, что болеете. Постараемся вас радовать больше.